Всем привет, всем привет! У нас сегодня фазмофобия с ужаснейшим шрифтом, с какими-то квадратами. После обновы недавней. Глазам больно. Мы на Ridgeview. Нет, не на Ridgeview, на Tangle. На Ridgeview я была в другой раз. Сегодня мы на Tangle. И у нас Rose Гейтон сбежает, зажечь благовоние и стать свидетелем паранормального. И у нас дождь идет. Вот такой легкий. Звездная ночь. Здравствуйте. Я у вас тут ключики возьму. Под шкаф открыт полностью. Зеркало. Тут нет. Прятаться тут нет. Можно же уже, кстати, включить. Тогда сюда. Да, откройся. Что тут? Красота. Два шкафа. И это радует. Шесть и семь. 2,2. А, да? Спасибо. Это я удачно тут остановилась. Подожди, а что я жду-то? Пойдем скорее. Отпечаточный. Бегом, бегом, бегом. Так, так и так. Даже долго искать не пришлось. Даже не пришлось рассудок тратить на зеркало. Нету, да? И не отпечаточный. Ладно. Да, может быть, ты арбушный? Арбушный. Нет. Да ну что ты? Подожди пока. Нет, нет, слишком далеко. Вот так. Какую ты? Вот эту открыл? Нет, вот эту. А это что? Какая это была? Не поняла, а ты какую дверь-то открыл? Я отчетливо слышала открытие двери. Ладно. Так, все, последний раз. Минусовая, кстати, походу. О, нету, нету, нету. Ты здесь? Ты молодой, ты злишься, ты здесь, ты молодой, ты злишься, не хотит. Издевается вот как бы. То тут у эту МП туда брось, сюда брось, туда брось, сюда брось. Что за призрак? Минусовая, кстати. Ой, здесь тоже ужасный шрифт с квадратиками. Так, так. Про нормалку надо. Что бы взять-то? Давай крест возьмем на всякий случай. А потом пойдем... С фонариком, с этим. С фотиком искать костяшечку. Смотри, какой неугомонный, а. Все. А.
Не все. На. Интересно, там на камере вообще хоть что-то будет видно. Такой маленькой комнатульки. Комнатусечки. Давай. Что у нас тут? Надо было еще подальше краю сделать. Я побоялась на пол ставить как-то. Там бы, мне кажется, проектор бы точно все засветил бы. Ну. О, ручка летает. Запись именно совая. Не морой. Демон ревенант тень. У меня был тут на днях демон в катке. Но у меня эта катка, к сожалению, не записалась. Он меня убил почти на 3-й минуте, по-моему, катки. Притом он оказался далеко от комнаты своей. Я просто в него вбежала. Демон ревенант тень. Брошу-ка я еще, наверное, распятие туда. Мне его сфоткать надо? Нет, сфоткать не надо, отлично. Вот так вот. И пойдем искать Костю. Все, истрогал. Так, Кость, ты тут? Сознавайся. Что ты мне тут моргаешь? А может быть, ты тут? Ну, там на кухне остался. Казалось, это тень. Бывает, под столом очень хорошо прячутся. Ну, нет. Подвал. Что-то тоже нет. Нет. Зеркало. Тю. Нет. Блин, кости фиг найдешь. Какой-то. Он тарелки там бросает? Или мне показалось? Не поняла. Костя! Что за дела? Костяна стало так трудно найти в последнее время. Может, в шкафу? Тут в шкафу. И тут футболки. Это там веселится вообще. Призраку там нормально. Да? А как тебя так сфоткать-то? Засчиталось?
На две, да? Нет, на три, смотри-ка. Даже надо было кости спрятаться, а так? Ты кресты ешь? Ты не ешь. Что такое? А, это. У меня так радика упала. Боком. И что тут, и что тут? Ну и сиди тут. Что, в принципе, мне осталось? День или демон? Обожаю эти оговорки. День или демон, надо же так сказать. Демон или тень. Мне надо сбежать, зажечь боговоние возле. Паранормалку, блин, тяжело. Походу поймать. Я слушаю, он мне... Если долго ее не будет давать, по идее... Это будет указывать на тенюшку. Как вариант. Можно пойти, в принципе, еще соль пофоткать. Тенюшки лишними не бывают. Веселиться. Оп, закончил. А, да? Где? А, да? И ничего, ушел-то. Глянь, жрет. Ты демон? Дамка за поколонием. Мы заберем. Жрет. Все отфоткала, да? Шаги. Я фоткала крест. Какие шаги? Мне кажется, он рано стал есть крест. Сколько у меня рассудка? Это демон по-любому. Или ревик. Но не тень, не. Не, 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 не. Надо обкурить, сбежать. А почему так далеко? Я что-то прикола не понимаю. Теперь мне страшно. Если это Рик, мне же жопа будет. Чего вообще он там дверь трогает, а здесь как бы у него комната. Ладно, была не была. Переместился. А почему так далеко? Бежим, значит, в шкаф. Thank you.
Это мне, конечно, повезло, что я поняла, что он переехал. Интересно, а переехал он... Паранормалку я не буду делать, ну его. Ну его. Страшно. На Тимона делать паранормалку. Так вот, что я говорю. Мне интересно, он переехал до того, как я... Ну, как начал жрать кресты. Хотя он там ходил, по идее. И начал в этот же момент жрать кресты, значит, он еще был там. Ну, нормально, так целый коридор обошел. Получается. 210. Маловато. Просто потому что паранормалку не дал. Что за демон не дает паранормалку? Я, кстати, второй раз демон подряд. Тоже на тангл, тоже зеркало. И все. Но в прошлый раз меня сожрали, а в этот нет. Ладно. Хорошая катка, считаю. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Все-все прочитаю, все-все пролайкаю. Вот, и заходите также на сервер Дискорда. Там сможем пообщаться на разные темы, помимо вот комментариев под видео. В общем, всем пока-пока.